Экс-премьер-министр Греции Алексис Ципрас по-турецки прокомментировал твиты Реджепа Таипа Эрдогана, опубликованные на греческом языке. «Греция защитит свой суверенитет от любой угрозы. Так что давайте оставим угрозы и вернемся к диалогу на основе международного права», — написал Ципрас. Напомним, ранее Эрдоган призвал Грецию отказаться от размещения вооружения на островах в Эгейском море и обвинил Афины в нарушении Лозаннского соглашения о демилитаризованном статусе этих островов.